والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته На прошлом уроке мы начали с вами изучать тему первого вида который называется риба аль фадаль риба надбавки или риба излишка, как ее называют. И суть этого риба, когда человек при обмене определенных вещей, определенных товаров, совершает бартер, обменивает, и при этом, когда эти оба вещи одинакового вида, он еще и добавляет к ним. И в хадисе пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи и салям, упоминается шесть э, вещей, да, золото обменивается на золото, серебро обменивается на серебро, пшеница на пшеницу, ячмень на ячмень, соль на соль, финики на финики. В равных количествах, в равных долях, э, еден бьет, то есть э, за одну встречу, за одну сессию, за одну операцию. Это должно происходить, то есть обмен. И я вам читал хадисы, когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, исправлял ошибки, которые допускали сподвижники. И в одном из хадисов сказано, когда один из подвижников сообщается, то, что это был Абу Сайд, Худри, в других хадисах говорится, то, что это был Биляль, Ибн Рабах Муазин Пророка Салляллаху и вполне вероятно то что это две разные истории и друг с другом не пересекающиеся однако в обеих этих историях Пророк Мухаммад запрещает обменивать этот товар в хадисе говорится про финики когда обменивает на больший объем меньший объем и сообщается, что однажды Биляль пришел к пророку, саллиллаху с хорошим сортом фиников. И посланник Аллаха, алейкум, удивившись этому, сказал, откуда это? И Биляль сказал, у нас, говорит, есть второсортный или даже третисортный сорт фиников, который мы обмениваем в размере 2 саа, это примерно 5-6 килограмм, на 1 саа, это примерно 3 килограмма, хороший сорт фиников. И тогда пророк Мухаммад воскликнул, удивился этому, воскликнул и сказал «Ауа, айна рыба, это же и есть самая настоящая рыба, больше так не делай. И если ты хочешь все-таки заполучить этот хороший сорт фиников, тогда продай за деньги свой, тот самый второсортный или третисортный фон, сорт фиников, э, так как пожелаешь, любым курсом, э, любой ценой». Да? И тогда уже за вырученные деньги купи э, этот самый хороший сорт фиников. И поэтому э, посланник Аллаха, саллисалям, запретил добавлять к одному из товаров, который был упомянут в хадисе, когда обменивается на такой же товар, может быть, другого сорта там и так далее. Количество должно быть равным. И ученые говорят про риба эль риба-надбавки, риба-излишка. Они сказали то, что мусульмане единогласны в том, что это является харамом, это является запретным. Потому что посланник Аллаха, алисалям, во многих своих хадисах явно указывает в равных количествах, даже если сорта не будут совпадать, даже если один сорт э, тех же самых фиников, даже может быть и пшеницы, да? Если он, допустим, попроще сорт, там, менее дорогой, да, какой-то вот, как сказать, который больше подходит для кормления животных, нежели людей, да, и когда его обменивают на хороший сорт, тогда нельзя надбавлять, потому что в этом и есть рыба. И ученые сказали, посланник Аллаха в этом хадисе упомянул шесть товаров. Золото, золото, серебро, пшеница, ячмень, финики, соль. Шесть товаров. И ученые сказали, вот в этих шести товарах как раз таки и происходит риба. Когда человек обменивает один и тот же товаров из этих шести, добавляя к его весу или к его объему. Это раз. И второе, когда они, люди, обменивают эти товары с строчкой, То есть, Сегодня он тебе принес, условно скажем, да, там килограмм фиников, ты ему говоришь, у меня дома залежались суккари, такого же, э, получается, объема, такого же веса, тоже один килограмм, но тебе его завтра принесу. Или же, допустим, какой-нибудь фермер говорит, да, слушай, у меня там есть там такая хорошая пшеница, да, которую вообще прямо, ну, сеешь там, огромный урожай получается. Давай обменяемся, да, я тебе то, ты мне свою пшеницу. Он говорит, хорошо, но поставка, говорит, будет только через неделю. У меня сейчас пока не получается с логистикой, совсем там и так далее, да? Так вот, этот вид отсрочки тоже недопустим. И в хадисе, который я упоминал вам э на прошлом уроке, посланник Аллаха сказал, но если будут эти категории разниться, то есть вы обмениваете пшеницу на ячмень, пшеницу на финики, золото на серебро, то продавайте как хотите. То есть устанавливайте тот курс, ту цену, которую вы желаете. Однако с условием, что это будет происходить за один раз, за одну торговую сессию. Вот вы встретились, договорились, подписали, по рукам ударили и обменялись товаром, обменялись этими вещами. И поэтому ученые сказали, эти шесть вещей, эти шесть товаров, когда один и тот же товар нельзя не добавлять, нельзя давать отсрочку. Сразу нужно заключить э, торговлю и обменяться товаром. Если же эти шесть, шесть товаров будут разниться, допустим, золото на серебро, ячмень, допустим, там, на финики, там, на соль и так далее, да, в этом случае можно уже добавлять как хочешь. И поэтому ты можешь продать, условно говоря, там, я не знаю, там, 50 килограмм пшеницы, да, на 30 килограмм фиников, там, или на 10 килограмм фиников. По вашему усмотрению, как договорится покупатель и продавец, но с условием, что это у вас будет происходить в одну встречу, в один присест за одну торговую операцию. Теперь, я думаю, это понятно стало, да? Но при этом ученые говорят, вот риба, которая упомянута в этом хадисе, она распространяется и на другие вещи. Она не остается только лишь в этих шести товарах. Она распространяется и на другие вещи, которые похожи на эти товары по своим качествам. И вот эта вот э, схожесть, это называется аилля, да, каким образом можно провести аналогию между товаром, который упомянул посланник Аллаха, и нашей современной жизнью, теми товарами, которые у нас, это предмет больших разногласий среди ученых. И в ханафитском асхабе сказано, что золото и серебро по сути, золото э, и э, серебро это являются товарами взвешиваемыми вес, а остальные четыре это получается пшеница, ячмень, э финики и соль это являются товарами, которые взвешивали во времена пророка Мухаммада алейкум, объемом и поэтому вот э когда мы говорим са да мера, которую использовал посланник Аллаха алейкум, или муд горстка это не мера весов. Это мера объема. И поэтому один саа фиников, он иногда может быть тяжелее, чем один сау муки. Потому что объем, плотность вещей разная. И у какого-то товара, у какой-то вещи плотность будет тяжелее, чем, допустим, у той же самой муки. И поэтому примерно, да, примерно можно сказать, то, что один саа муки, это весит примерно там, килограмм 800, там, килограмм 900 грамм, да? Это вот что касается обмер объемов. Так вот, ученые ханафитского масхаба сказали, все, что похоже на эти товары и является взвешиваемым килограммами весами или же объемом, в них тоже распространяется рыба. И ученые даже приводят пример, и поэтому все, что ты взвешиваешь, да, когда ты обмениваешь на тот же самый товар получается, ты не должен допускать этих же самых запретов, которые посланник Аллаха предостерег. И поэтому, условно говоря, условно говоря, гвозди, когда ты обмениваешь, допустим, килограмм гвоздей и хочешь, допустим, обменять там с какой-нибудь организацией, с каким-нибудь магазином, с каким-нибудь партнером, да, хочешь обменять на другой вид гвоздей, Допустим, у тебя гвозди для, для дерева, а у твоего компаньона гвозди, допустим, там для железа, допустим, да? Вот тут тоже нужно соблюдать и меру весов один килограмм на один килограмм. И точно так же нужно соблюдать время. То есть отсрочка не допускается. И поэтому это вот важный момент, что чтобы человек не говорил, «Риба, только в этих шести вещах, а все, что остальное, вообще, рахат, лафа, делай, что хочешь». Нет. Практически все ученые сказали, вот эти товары, упомянутые в хадисе, аналогия к этим товарам распространяется и на другие э, вещи. И э, к слову, нужно упомянуть: да, нужно упомянуть, что, э, допустим, в Шафиитском маскабе э, у них уже другая причина аналогии. Они говорят: золото и серебро и все, что похоже к этим двум вещам, по стоимости, по ценности. Все, что имеет ценность, тоже распространяется на это рыба. Или, допустим, они когда говорят про четыре товара, да, там пшеница, ячмень, финики и соль, они говорят, все, что похоже по именно э, вкусовым качествам, имеется в виду, тоже является едой и также взвешивается э, весами или же мерами объемов. И поэтому, уважаемые братья, ученые сказали в итоге, да, сказали то, что единогласно заявляют, что эти вещи должны обмениваться один к одному и без каких-либо отсрочек, без каких-либо времени лишнего времени. Вот и просто забегая вперед скажу. То, что вот наши денежные единицы, которые у нас распространились, да, доллары, евро, рубли, там, сомы, я не знаю, там еще какие-то там эти, да, денежные единицы, в них тоже есть рыба. И когда вы обмениваете, допустим, деньги, у вас тоже должны эти деньги, если одинаковые валюты, они должны быть одинаковые, получается, ценности. То есть нельзя обменивать тысячи рублей на 999, например, там, да? нельзя обменивать там, 10 рублей на 8 рублей. У вас должна быть ценность одинаковая. Величина этих денег одинаковая. И точно так же, когда вы обмениваете деньги, допустим, это же простой, как, как называется, да, размен, да, укрупнение или наоборот уменьшение, да, ты пришел к человеку и говоришь, вот у меня 5000 рублей, ты можешь мне разменять по 500 или по сотне, допустим, там, или даже может по 50, может быть, да, он тебе говорит, я хорошо тебя обменяю, но у меня, говорит, дома. И говорит, я хоть ты изгнан, да? Домой схожу. Это тоже на самая настоящая рыба. Почему? Потому что случилась отсрочка. Однако, если валюта будет разниться, доллар на рубль, евро, там, я не знаю, там, на фунт, там, еще что-нибудь там, да? Если валюта уже будет разниться, то курс устанавливайте вы сами. Как вы договоритесь между продавцом и покупателем? К чему они придут? Захотят там... Доллар обменивать по 60 копеек, пожалуйста, их дело, да? Захотят обменивать там по 100 рублей, их дело. Главное, чтобы эта торговая операция была завершена за одну встречу. Встретились, договорились, обменяли, он ему передал, он ему передал, или же он на кнопку нажал, ему на Сбербанк онлайн упало, без разницы. Главное, чтобы это фактически свершилось, и тогда уже э, этот обмен считает, будет считаться завершенным. Также, если мы будем говорить о причинах запрета риба, почему же в исламе риба является запретным? Ведь кто-то может сказать, это же двигатель экономики, без этого не работают банки туда-сюда, там да, а как деньги зарабатывать, как, допустим, там еще что-то, какую-то прибыль получать, да? На самом деле ученые говорят, что риба это является самым настоящим мусульманом. Когда человек берет в долг, какую-то определенную сумму, да, и через какое-то время он э, уже должен вернуть больше. Э, не ту же самую сумму, а еще больше. Это, допустим, не так сильно заметно на маленьких суммах, но когда речь идет уже о каких-то больших суммах, это нормально так получается увеличивается и становится осязаемым. И Аллах Субханаху Та'аля запрещает нам зуль. В хадисе Кудси, где Всевышний Аллах повествует о Себе, со слов пророка Мухаммеда, Аллах сказал то, что я запретил зулем самому себе. Аллах Всевышний говорит, наш Создатель, запретил зулем несправедливость самому себе и делаю ее запрещенными между вами, о мои рабы. И поэтому не относитесь друг к другу несправедливо. Кем вы бы не были, где бы вы ни находились. Зульм между торговыми партнерами, зульм между начальником и его подчиненным, зульм между мужем и женой, очень актуально, кстати, на сегодняшний день, зульм между родителями и между детьми, везде. Нет такого, что здесь можно зульм сделать, а здесь как бы нельзя. И поэтому это же относится и к торговле, это же относится и к вопросам э, денег, и вопросам бизнеса и так далее. И риба это самый настоящий Зульм. И э, также ученые сказали, почему в исламе риба является запретным, то, что, э, почему, в чем причина, да, э, и ученые говорят то, что тем самым Всевышний Аллах закрывает дорогу для тех людей, чьи сердца больны, которые не видят ничего кроме наживы, которые, неважно состояние человека, плохо ему, хорошо там и так далее, верни, больше должен, еще, еще. И никогда он не насытится. И я вам приводил уже примеры во времена Джихилии, да, что случалось, когда давал человек в долг и говорит, через такое-то время ты мне вернешь. Когда наступало время, либо, говорит, возвращаешь сейчас, либо, говорит, добавляешь там такую-то большую сумму. И в итоге маленький долг, он вырастал до таких размеров, то что вообще абсолютно уже было непосильным, непосильной э, ношей. Также ученые сказали, что риба — это противоречит установлениям Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах Субханаху Вата'аля создал нас, предписал нам определенные правила, чтобы мы не допускали каких-либо э, вредительств отношения друг к другу, и поэтому риба Всевышний сделал э, запретным. И напоследок зайдем немножко в новую тему, которая является вторым видом риба. Второй вид риба, который называется риба насия, риба отсрочки, когда э, случается отсрочка определенной торговой операции, бартер, обмен э, или размен, если это касается денег, да, когда человек не рассчитывается сразу же, а оставляет это на потом. И это как раз таки, э, чем занимались э, в Джахилии меканские курайшиты, и это был основным видом э, заработка, да, распространенным э, в обществе. И э, посланник Аллаха, саллиллаху также уделял запретности этого вида риба э, очень важное э, внимание. Сообщается, что один из подвижников, Абдуллах ибн Аббас, он, когда э, говорил о риба, он говорил, что риба только в отстрочке. Больше нет никаких видов риба. То есть, это признавали все сподвижники. И однажды сообщается, что Абу Саид Аль-Худри говорил, Ад -динару -динару". «Динар обменивается только на динар, дирхам на дирхам, разными кали равными количествами, и тот, кто попросит добавки или же ему добавят, то он уже совершил риба. И ему сказали, а ты разве не слышал, Абдуллах, Абдуллах Ибн Аббас, сподвижник, да? он говорит совсем другое. Он про этот вид риба совсем не упоминает. Он говорит то, что слова, приводят слова пророка Мухаммада, сал -сал -сал -сал, где сказано, «Риба — это только отсрочка» больше нет. И тогда этот сподвижник пошел к Абдуллах ибна Аббасу и сказал э, то, что он услышал от пророка Мухаммада, саляллаху алейкум, и убедил его, убедил его, что риба имеет два вида. Не только отсрочку, но и также имеет и рыба, э, вид, другой вид, риба аль-фадль, риба э, надбавки. И после этого Абдуллах Аббас вернулся со своего, получается, мнения и принял мнение абсолютного большинства, что рыба это не только когда человек отстрачивает да, выплату долга там, или обмен товаров, но это когда еще и добавляет. Ну, об этом, иншаллах, поговорим подробнее на следующий урок. Напоследок, да, пусть Аллах Субханава Тааля дарует всем нам э, истину, пусть Аллах Субханава Тааля очистит наше имущество от примесей запретного, от примесей харама, пусть Аллах Субханава Тааля отдалит всех нас от риба, и пусть Аллах дарует нам баракат во всем нашем имуществе. Субханака Аллаху Ашаду илля Анд,